мясо как делим? Одно и то же всем, кому попало. Вот именно, что гусеница, то леопарду. Настоящие страсти каменного века разразились в Химкинском лицее номер 7. Здесь свой новый спектакль представил школьный театр МБКТ. Постановка по пьесе Александра Володина «Две стрелы» держала в напряжении весь зал. Кто решит, кто чего достоин? Достойнейшие. Достойнейшие. Прекрасное выражение. А кто будет решать? Кто эти достойнейшие? Достойнейшие будут решать. То есть они же сами будут решать? Варвара Цыганова окончила лицей номер 7 в прошлом году, но не смогла без творческой деятельности и продолжила заниматься в школьном театре. В постановке «Две стрелы» играет одну из главных ролей. Я решила, что было бы интереснее сыграть что-то новое, что-то на меня максимально не похожее. А тут вдова. А вдова прям такой идеальный вариант. И знали бы вы, сколько времени и труда было потрачено на то, чтобы сделать все это. Чуть ли не по ночам тут собирались, это все красили, делали. Занавес шили, вешали. Грубые нравы, жестокие традиции и борьба за власть. Юным актерам в полной мере удалось передать атмосферу первобытного племени и раскрыть каждого персонажа. Эмоции переполняют. Очень сильно сделанная вещь. То есть я второй раз смотрю в субботу и сегодня, и второй раз я плачу. Просто я взрослый человек, уже разменяла там пятый десяток, и я слез не могу сдержать. То есть эмоции, они преобладают надо мной, мне очень понравилось. Зрители постановкой Екатерины Плюскуновой остались довольны. В конце представления заслуженные аплодисменты. Елена Тараненко, Вильфрид Демковский. Новости Химки ТВ.